Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Эд, мы с... ты чё мешаешь? Вот чё. Вы видели эту дорогу до моего сарая? Вот здесь туалет, а вот здесь баня батина. Вот здесь мы с сестрой ебались, не с этой другой. Ну вот, короче. В смысле, ты чё, блядь, её тоже ебал? Ой. Не знаю, мне вообще, ладно. Ёб, ясно, блядь. Я чё, похож на абонента? Да, Фишман. Блять, ебать, почему и здесь какая-то эротика происходит? Что, боролись, что ли? Это Маша и Медведь. Что это за хуйня, блять, еще? Ебать, блять. Спасибо, ЦС. Сука, вот это, блять, авторитетный мульт, блять, я понимаю. Жесть. Это просто, блять, ну все, Док Хард, блять, сука, пройду тут. Каждая шутка это бан-бан-бан-бан! Дермак! А! И ты сидишь реально уже напряженно, такой, бля, я пошутил. А как я пошутил? Никак! Сосад, Иисус, сосад! Блин, донаты отключены? Нет. А, блядь, я забыл убрать эту надпись! Ёб твою мать! Какую надпись? Сука! Сколько я денег проебал! Спасибо большое, пятого. Какую надпись? Да, кстати, я стримлю не для донатов. Чтоб вы знали. Да-да! Преимущественно для меня это взаимодействие с моим каждым. А где его собачка? Там у него собачка очень классная. Чтоб вы знали. Потому что я уверена, что большинство из вас дома сидят... Ой, у нас, смотрите, у меня штанишки с ней похожи. Похожи, смотри. В таких носках. Я не постесняюсь, я покажу. Нет, у меня, смотрите, у меня две дырки. Когда ты дырка. Что? Кто называет, кто мне мышь? А, не, братишкина сегодня не будет, парни, вы чё? А, я поняла, фотку отправила? А, понял. У меня две дырки, раз дырка и два дырка, понимаете? Как можно носить носки с дыркой? Не, у меня, я не носила носки с дыркой. Всё хорошо, спасибо, бро, спасибо, Гриднёв, Ванёк! Я вот, типа, знаете, реально, у меня когда, ну, ворвались носки, я потом не могла носить, ну, типа, мне было неудобно просто. Знаешь, когда палец так вылазит, ты такая сидишь, думаешь, чё он вылез? Залезь обратно, плиз. И еще тебе привет передают. Кто? Кто? Потом скажу. Если не будет моей сигны, я приеду к тебе, загипнотизирую Рама, и пойдем к тебе, заставим сделать. Я пропустила из тебя донат. Я не могу видео поставить из донатов, короче, мне не дают. Раньше. Хорошо, Мэтт. Стример, мажор, ни хрена, я последние носки донашу. Не знаю, я даже когда была. Бля, я думала, это здесь сейчас, я охуела. Спасибо, Туту, брат. Вы меня забайтили, собаки такие. Я подумала, это прям сейчас, короче, такое, я же дернулась. Сука. Пиздец. Ну это вообще, это не жалея. Как быстро достать 1000 рублей? Бля, я думала это... Спасибо большое. Хорошо, я передам ей. Когда Вова позовет, тогда и будет коллабать. Типа, пока он меня не позовет, то есть я всегда с удовольствием, он знает. Я его звала, типа, разочек, да, вот, типа. Просто я не хочу навязываться, опять же, к Вове, то что, типа, вот, буду делать коллабы. Если он захочет, то есть я всегда за, типа, Вова знает, что я всегда, типа, очень рада. Искренне. Вот.
Я создам обязательно, бро, создам обязательно. Короче, эта реклама у меня уже до канала. Регистрируйся за косарь. Заинтересован. Давай, все хорошо? Все хорошо. Спасибо, жопа Рамакуна. Хорошо. Давай. Ты в отношениях. Если ну, в отношениях, может быть, я не заинтересован особо, но... Мы же сейчас не про отношения. Только что меня забайтили! Сука, крича! Сука, Валера! Сосак байтеры! На! На, Валера! На! Ай, спасибо, Валера, чумок тебя, Валера, в эту самую твою, как говорится у нас в простонародье. Спасибо тебе огромное, спасибо, зайчик, обязательно сделаю. Это ты стул заберешь? I hate everything about you, why do I love you? Это ты мешаешь мне уроки, слышь, да, я не знаю, ли, если я найду тебя, я типа смотрю по, я не смотрю ниже 300, типа, донаты, которые по сигнам, не смотрю. Вот. Просто не смотрю, поэтому вряд ли. Ну, спасибо. Не говорим, правильно? А сексуал это тот, кто не занимается сексом. Чего? А я поебался. Хардплей. Что за Хардплей проводит кастинг. А что за кастинг? А то мы пойдем, да? Пойдем к Хардплею на кастинг? Мы же хотим, чтобы... Хардплей, готовься! Хардплей нас откастинговал. Айн момент. Где тролль это? Сколько? 900, да, урона у ружья? Спасибо большое! Привет, Алиса Тарылова. Тырылова. Алиса Тырылова. Спасибо. Гриднев не ю, а не ю. Короче, я постоянно удивляюсь тому, что они пишут, что типа вот вставляем самые забавные комментарии, а потом они вставляют типа, вот что-то такое, я шапочка Лёхи, это типа смешно, вот я вообще, я удивляюсь каждый раз, я каждый раз удивляюсь, когда они пишут, что вставляем самые забавные комменты, а потом вставляют вот это. Я шапочка Лёхи! Забавно, ёбнешься. Я так и хотел. Кто засмеялся, тот лох. Спасибо большое. Не знаю, куда. Олды, например, Бутик, знают, что когда я испытываю самые искренние эмоции, я говорю, идите в жопу. Алина, где Рама? Я не знаю, это просто кстати, приятно. Кстати, ты очень вот. Милая и красивая стримиша, когда прохождение All-Out с мартышкиным. Меньше, чем 3. Блять, ведущий, не ошибайся в ознакомительном круге нельзя. Ой, это что, я ошибся один раз, и теперь понял. А у него же была комната в стиле Азима. Блядь, мать полетел. Акулбек! Чё? А у него же комната в стиле Азима была, помните? Еще 100 лет назад он снимал видос на YouTube, типа, почему у меня такие волосы вонючие? Попрыгал. Нихуя тут цапля, ебать. Блядь, клипайте, вот это клипайте, ребята. Блин, можно сигну. Пацаны, вы что, в натуре ебётесь? Матерь Божья, ну, ты еще ебешься? Что это? Что происходит вообще? Как? Привет. Что? Я знаю, что ты ходила на танцы. И, кстати... Спасибо большое, Нанэм, обязательно сделаю. Тарасова. Обязательно сделаю, бро, спасибо огромное. Я не знаю... Я не понимаю, что происходит!
Я вообще не могу просто, что происходит? Спасибо большое, Экстрим. Спасибо огромное. Охренеть просто. Что? Чуваки! Спасибо вам огромное. Спасибо, чуваки. А мне? Спасибо. Я не знаю, после вчерашнего у меня вообще, я не знаю, такое чувство вообще какое-то. И еще вы. Спасибо вам огромное, ребят. Ну, вы реально ебетесь уже, реально. Спасибо вам. Я очень благодарна. Искренне, от всей души. Я думаю, вы понимаете, как я вам благодарна. Спасибо вам огромное, честно. Если бы не вы, меня бы вообще не было. Я сегодня, кстати, планирую микрофон покупать. Может, на стриме посоветуюсь с вами. Все. Цыпленок Цыпа. Отель. Блади, ты тупорылый, я отель уже смотрела, Блади, я смотрела, отель смотрела, недавно смотрела, блядь, смотрела, блядь! Это я просто, когда вы мне в чате пишете, лагает, лагает, блядь, лагает, лагает, Амина лагает! Мне так же просто, я не могу вообще, лагает, лагает! Сука, сами вы лагаете, блядь. Отель посмотрим! Да я его, блядь, смотрела, блядь! Я не смотрела! Ты заебал! Какую же ты напомнишь? Я смотрела, смотрела! Watching, watching, watching! Я! То, что девушка, я курящая. И я к курящим девушкам отношусь. Вот. Как бы это глупо не считала, но с другой стороны, это не так уж и глупо. В общем, как-то так, я пошла за курткой, чтобы у моего папы не было видно. Как же хорошо после такого посмотреть Silver Name, пацаны. Да ты идиот, блядь! Господь бог! Зачем так пугать, я не понимаю! У меня чуть сердце из орбиты не вышло! Я вам клянусь! Я просто вам зуб даю! У меня реально он сейчас отпадет! В смысле Оскар? Почему Оскар? Почему вы мне даете Оскар? За что мне Оскар? Ну, блядь! Все. Минус Сильвер Нуми. Да! Заначил 200 тысяч. Спасибо за сад. Я люблю тебя. Леночка, привет. Мам, может быть 200 тысяч ровно. И что ты хочешь сказать? Подожди. Я тебе скажу, что ты говоришь такой шокирующей информации, как ты за рулем. Мам, мам, 200 тысяч. А кто это? Я не знаю, мам. Я сейчас заплачу. Кот уже поспал везде, где можно. Хрена, блядь, не начинай. Надо собраться пятером. Бля, да Карина, нахуй, что ты делаешь? Пиздец, сильно ебать. Лучше, когда тут играешь, Карина из дома усаживает. А чё она делает? С кем хочешь? Оу май! Познакомься со мной, меня зовут Андрюша, а тебя как? Ксюша? Да. Давай, пять. Пойдем тебя ебать. Сосать, Ксюша! На, Ксюша! Бля, нихуя ты! Чё смешного, ебать, серьезно? Все, заканчиваем эту хуйню. Всем пока, до свидания. А меня никто не увидел ничего. Спасибо за 100 рублей, Линтимани. Ты асексуал? В смысле? Асексуал это тот, кто не занимается сексом. Не, я не такой. Это серьезно?
Спасибо огромное, Дэнни! Когда такие суммы... Когда такие суммы, конечно. Они поднимают настолько настроение, что если бы... У меня был бы... Если бы у меня был бы... Член, наверное, бы он встал. Защита. Пацаны, а что, писька поднимается от хорошего настроения или что? Да, Чайка, если ты живешь в Европе, неважно, где ты живешь, хоть в Африке. Все нормально, участвовать можно. Участвовать в конкурсе можно с любой стороны, чуваки, я займусь доставкой, все круто, я вас очень люблю, спасибо вам огромное, я вам очень благодарна за все. Да, от настроения, я не знала, типа, окей, буду знать, спасибо за инфу. Стрелы болтов, по-моему. Я помню, что ты просил не писать во время работы. Но слышишь? Я очень сильно соскучил. А. Нет, от настроения не встает, в смысле, что за пиздеж? Там врут в чате? Они врут? Пиздолы? Врут, да. Пиздоболы. Обожаю твою реакцию. Сусан! Спасибо большое, Валера. Огромное спасибо, Валера. Это просто... Валера! Валера! Ну что же ты наделал? Валера! Не, не смотрела, бро. Все круто у меня, я Наруто. И да, кстати, я будущая Хокаге. У меня все круто. Слышишь? Да. Ну, у меня либо настроения никогда нету, ну, либо они пиздят. Ну, мне кажется, они точно не пиздят, либо они... Скорее, у тебя настроения никогда нету. Не, если весь чат говорит, ну, если весь чат говорит, Вадим, типа, извини. Да у них... А, так они врут, дебилы тупые. Ты импотент, да, Вадим? Нет, в смысле? Они просто врут, у тебя, блядь, чат пиздобол. Так настроение или нет, ты можешь мне объяснить? Нет, от настроения ничего подобного такого нету. Это чат просто пиздит. Там чат девочек. А если у тебя пожилое настроение... Ой, пожилое... Это... Сексуальное настроение, это все равно нет? Спасибо за сам. Спасибо, Некапсер. Некапсер, спасибо. Слышишь? Да иди в жопу, короче. По твоему молодому телу. Когда следующий раз к бабушке, я скажу, что мне очень нужна твоя помощь, и мы побудем вдвоем. Здесь так светло, не понимаю. Мне кажется, он, судя по выражению лица, он не против, парни. Не дыши, Елебан. Нет, дышать пока можно, к счастью. Пока что. Пока что можно дышать. Но пока что еще на Твиче можно дышать. Но это пока. Это временно. Временно можно еще подышать. Дадим папе еще немного воздуха, пацаны. Воздуха в чат, плиз. Только не пердите. Спасибо, блядь, и на этом. Парни, вызвайте эту модель. Ну нормально же, чубзики, скажите, нормально накрасил. Кица чисто. Плюс лицо. Выхожу со школы, включаю ПК, включаю я Twitch, я просто как бич захожу на стрим к братишкину. Торгует он там стрижками. Слышишь, только пострижись, твоя самооценка уже понижена, как при упора занижена. После иду я на 89 майн. Говорю я маме, не мешай, я уже взрослый, мать, могу сам за себя постоять. Я не сосу, я даю сосать. После иду детей создавать. Пишу я девкам в ЛС, госсекс в Майнкрафте замутен, нереальный кайф ощутим. Алды были на месте, когда я считаю я, когда пришел ты, они просто ушли. Я здесь как политик, хуй не пинаю, а ты только стоишь у пяты. Ты пьешь на рандом, самогон или пиво. Ты думаешь о могиле, но ты просто болотное дно, и вся твоя братва писюны не мыли. Раунд. Боже, это ж как сосат, противник! На! Я не даю, я не сосу, я даю сосать! На! Уйди, 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 уйди
смотрю, они мы вообще не знаем.